Абсолютный чемпион мира по карате Киокушин Кай Александр Еременко несколько лет шел к этому титулу. И вот, наконец, в 2023-м 35-летний спортсмен поднялся на высшую ступень мирового пьедестала в Токио, одолев родоначальников карате у них же дома. Помимо успешной спортивной карьеры, Александр Еременко уже более 10 лет занимается тренерской деятельностью и имеет свою школу карате в Москве, но при этом не забывает о своих подопечных в регионах. Именитый спортсмен является бренд-чифом местного клуба карате «Кайдзен» и уже второй раз приезжает в Саранск, чтобы принять экзамены у его воспитанников. Уже закончил свои выступления и могу рассказывать свои секреты, показывать то, что у меня получается. Я хочу им показать, за счет чего я побеждаю, выигрываю, техники какие-то секретные. В конце поговорим, пусть поспрашивают ребята, кого что интересует, потому что у меня в младшем возрасте было много вопросов. И было бы, конечно, мне бы очень помогло, если бы какие-то решения мне бы подсказали. Вопросов у ребят к чемпиону действительно накопилось немало. Ведь возможность лично пообщаться со спортивным кумиром предоставляется не так часто. Как вот не волноваться на соревнованиях? Потому что некоторые бойцы, ну, когда выходят на бои, боятся, переживают, из-за этого могут проиграть. Вот хочу уточнить, то есть узнать много чего интересного. Как вот не волноваться, что может мотивировать, ну и так далее. Я бы спросила, во сколько он начал заниматься карате. А если чемпион тебя спросит, твой коронный прием, ты что покажешь ему? Удар в голову ногой. За время, прошедшее с момента прошлой встречи, многое изменилось. Александр Еременко завоевал чемпионское золото, а клуб «Кайдзен» переехал в новое просторное помещение, где всем хватает места для тренировок и подготовки к соревнованиям. И, конечно, где всегда с радостью ждут своего сенсея. Мастер-классы такого уровня, они проводятся, но так, чтобы приехал чемпион такого уровня, чемпиона мира, конечно, это редкость. Вот мы очень польщены, горды тем, что мордовскую землю посетил такой человек. Сенсей является абсолютным чемпионом мира. Это было очень приятно, когда он стоял на пьедестале и российский спортсмен одержал победу. Были слезы радости, слезы восхищения его труду, потому что он 4 раза принимал участие в абсолютных чемпионатах мира. Учиться у таких людей – это большая честь, и для нас это большая гордость. В мастер-классах принимают участие представители клубов карате «Кайдзен», «Заншин» и «Аками». За 2 дня сенсей проведет 4 полноценные тренировки, а также ответит на все вопросы ребят. Даже разминка с чемпионом становится интереснее. Александр Еременко объясняет важность того или иного упражнения и сразу приводит примеры из собственной практики. В таком формате время летит незаметно. Ребятам из клуба «Кайдзен» предстоит еще сдать сенсею Q-тест – экзамен на новый пояс. Сюда входят демонстрации общей физической и технической подготовки, ката и кумите. Подобным поездкам Александр Еременко уделяет все свое свободное время. Говорит, что до конца года у него уже не осталось свободных выходных. Все они расписаны под занятия с ребятами в разных городах России. Из Саранска буквально на следующий день чемпион мира отправится в Пермь. Но о столь насыщенном графике не жалеет. Теперь его главная задача – поделиться накопленным опытом и знаниями. И люди хотят, и я хочу передавать опыт, пока горячо, пока свежее, отдавать, чтобы ребята брали, пока все помнят, чтобы это оставалось, чтобы передавать навыки дальше, чтобы не осталось только на мне, не закончилось, чтобы ребята брали, использовали и росли. Анастасия Мишкина, Павел Талабаев, программа «Наш спорт».